и говорил. Вот сейчас мы развязку проезжаем. Милан-Венеция. И по прямой, смотрите, уже наблюдаем. Уже наблюдаем горы. А до Випитена еще 216 километров. Равнинка довольно быстро закончилась. Недолго музыка играла. Это мы Верону проходим. Как раз это вот, вот следующий съезд Верона-Норд, Верона-Север на аэропорт Вероны. Итальянский город Верона. Вот Милана, Венеция, Триест, это если туда идти. На Словению, потом на Австрию, на как ее, господи, на Словакию. Как в прошлый раз мы с Италии выходили. Но тогда у нас был австрийский транзитный. А сейчас австрийского транзитного у нас нет. Подождите, так это вот аэропорт Вероны, да? Точно? Ну какие-то, правда, маленькие самолетики. Не, не только маленькие, большие стоят. О как! И все, впереди он. Как говорил герой, полезем в горы. И пока с поезда не спустимся, все будет горы, горы. Кто нетерпеливый? Я не пойму по номерам, кто это такой нетерпеливый. О, Кипр, что ли? Да, киприот. Ничего себе, киприотов я еще не встречал. Да, киприотские номера. Офигеть. Первый раз вижу киприотскую машину. Саламис, Кипрус, Купрус. Если правильно читаю. Это все на камерах, я не знаю. Обгонять тут как-то стрёмно. Ну что, ну на Кипре там что-то зарабатывает. Немерено. Да, Верона, 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 Ворона. Сори. Хотим, мы перестроимся. Дадим людям заехать. Семекса разгонится. Тренто 83, Бренеро 225, а мне 210. Ну, там остается 15 километров потом до паровоза. Нормально. Какая красота впереди. Вы только посмотрите, какие горы, какие ущелья. Эх, жалко, что скоро стемнеет. Хотя еще как скоро, еще вон солнышко только где. Надо по максимуму ехать, пока светло. 196 километров, 2 часа 24 минуты.
Не, наверное, не захожу. Все-таки надо будет встать. Вы посмотрите, да, вот скала и город на скале. И мы так все вот туда заныриваем, заныриваем. И, судя по всему, автобан уйдет, уходит вот туда правее. И вот, наверное, вот между вот тех двух гор по ущелью мы и пойдем. Говорю так предположительно, потому что, повторюсь, ни разу еще здесь не был. Обалдеть, как тут красиво. На заправку, на паркинг заезжать уже точно смысла никакого нет. Все забито уже, сами видите. С той стороны все забито. И с этой будет то же самое. Да и тут не очень-то и большая заправка. Все битком. Хотя, так... Навскидку можно было бы, по идее, еще и, может быть, где-то и приткнуться, но это не факт. Ай-яй-яй, какие виды. Das ist fantastisch. Альпы на горизонте, друзья, Альпы. Так обманчиво получается. Вот на дорогу смотришь, такое ощущение, что дорога идет конкретно вниз.
машина идет в натяг. Тут в горах. Обманчивое впечатление создается. Смотрите, какие у нас вокруг Альпы. Вокруг, впереди. Да, красивый этот участок дороги. Тут я смотрю, через 80 километров в Тренто уже можно даже на поезд грузиться. Ну, во-первых, он тут дороже. Куда-то он увозит туда. Чуть ли не к Берлину, по-моему, если я не ошибаюсь. И мы до Бреннера добежим, Бреннера сами загрузимся. То есть там погрузимся. Чтобы там еще Випетена в этом стать было где. Ну там парковка-то большая. Ну и приедем мы туда уже довольно-таки поздно. Обалдеть, это мы куда это? Мы вон туда поедем? Да, места тут, конечно, просто красивейшие. Виды класс не отвезти, тем более, когда первый раз едешь. Вот мы и приехали. Становимся. Что-то случилось. Какие виноградники здесь шикарные. Да, то мы вот туда поедем. То ущелье. Огонь. То ли ремонт, то ли авария, то ли что тут. Но факт остается фактом. Вот она причина нашего заторчика. Что-то тут итальянцы муцят с автобаном на той стороне. Нас сюда согнали. Ну, мы недолго. Может, минут 7-8 каких. И то не стояли вот так вот. Потихоньку ехали. Ну, две полосы в одну сходились, а потом вот сюда еще. То есть нормально. Так, время 8. Надо сейчас какой-то здесь в горах присматривать что-то такое. 168 километров. Как раз покушать, пока приедем. 2 часа, 2 с половиной. И нормально. Смотрите, как вот он замок там на горе. Римляне отдыхали тут, когда шли Австро-Венгрию захватывать. Где шли? Вот здесь, вот этими ущельями и шли. Других дорог не было. Наверное. А, красавчик замок. Вообще тут место такое. Гора вся этими, вся виноградниками.
засажено. Эпическое такое место, красивое. И здесь все в виноградниках, и справа все в виноградниках. Хороший виноград тут растет. Потом итальянское вино с него делает. Видите, одни виноградники вокруг. Ну тоже ж виноград, он же ж такой. В одном месте один вкус, в другом другой. Они снимают. Да, вот видно, здесь делали, снимали, новый уложили. А сейчас там, с той стороны, будет новенький асфальт. Замок интересный такой. Ну, мы вроде побежали. Сейчас попробуем на заправку заехать. Чуть что, можно паузу встать вот так вот в кармашке открутить. Я смотрю, люди стоят, крутят без проблем. Я сильно сомневаюсь, что там будет место. Можно где-то так встать, чтобы... Даже если кому-то мешаешь в плане там с парковки выезжать, так я ж на 45 минут. Ну, сейчас просто чисто проедем, посмотрим. Думаю, что это здесь совсем бесполезно. Для грузовиков туда вообще можно даже не засовываться. Но тут, ну вот место есть, но это надо слишком долго и сильно ломаться. А так больше и все. Заправку не перекроешь. Дядька, ты даже не смотришь, едешь. Как бы не критично, если что, и на автобане приткнемся. Понятно, что никаких баллонов уже, наверное, мы сегодня разводить не будем. Даже если где-то и куда-то воткнемся, что-то мне уже здесь лень то и баллон доставать. Так, кофе попьем с бутербродами. Вот видите, люди становятся, так что у меня еще время-то есть. АПС даже зашторены. Как-то удивительно. На габаритах, но зашторены. Чего он зашторены? Как тут-то я не переживаю. Вот я волнуюсь, чтобы нам там Випитена было где приткнуться потом.
поводу чего слегка есть беспокойство. Там-то паркинг большой, но... Я смотрю, тут все забито везде. И плюс Австрия еще пока открыта. Сейчас 8:30, через полтора часа Австрия закрывается. Практически для всех. И уже будут парковаться даже те, кто еще пока не припарковался. Ладно, едем пока. Будем проблемы решать по мере их поступления. Наверное, из-за кустов не видно. Вон тоже замок на горе. Или крепость там даже. Это ж вот сколько сил надо было, что сколько энергии, людей. Я думаю, что и жизни человеческих, чтобы вот там эту хрень построить. Таскать на эту гору языка. Ну там-то ладно, тут еще не самое громоздкое сооружение, которое бывает наверху. Да. А мы продолжаем двигаться по этим красивейшим местам. Скоро стемнеет. Еще чуть-чуть, наверное, с полчасика, как и в горах темнеет быстро. Еще, наверное, да, с полчаса, и вся эта красота будет не видна, к сожалению. Тут прямо вот тут только виноградники. Ну, по-другому, а с другой стороны, чем нам тут еще заниматься в этих горах? Что здесь еще делать? Производств здесь никаких. Я не думаю, что здесь какие-то производства есть. Вот. Виноград выращивать, вино делать. Ну, а что еще? Логически предположить. Больше нечего. Первый туннель. И здесь еще пока туннели не попадались. В районе Трента уже. Сколько? 960. Тут с другой стороны, вот так прикинуть, там той Австрии-то вот пересечь транзитом. Дунуть часиков в 5 утра. В наглую. Там сколько там той Австрии? Ну, километров 100, наверное, я не помню. Может, чуть больше. Максимум 150. Наверное, 150 даже не будет. От Италии до Германии. Заморочек. Дунуть без дозвола. Да, как дунешь, так можно так дунуть, что потом будешь дуть долго и упорно, отрабатывая. Мы чтим уголовный кодекс, поэтому все по закону. Попробую еще пару раз куда-нибудь заскочить. Если попытка будет неудачная, то вот так, как народ стоит, встанем на автобане, 45 минут открутим и поедем. Съезжать в Трента.
такая же и здесь. Таможенная площадка. Что себе тут ветер прыжок делается? Труба? Труба получается. Это как в этом. В Верхнем Ларце то же самое, когда вот, особенно таможня, где вот граница сама таможня. И все, это как труба выходит такая. Постоянно ветер. Ну сейчас попробуем вот 1,5 километра еще одна заправка. Может получится где-нибудь притулиться. Но не хочется на автобане. Ну, не хочется и все. Ну, не знаю почему. Выбора не будет, останем, конечно. Вот сюда, вот где люди стоят. Я ж на 45 минут, поэтому. Да, я, наверное, так и сделаю. Все сзади сейчас меня не подобрут. Идти не должны. Не буду я баллон доставать. Ветер, видите, не пожаришь здесь. А кабине я не жарю. Ну, нормально. Здесь 45 отстоим и уже поедем до конца. Ой, там наверху вон вышки какие-то. Видите, какой ветер. Не пожаришь на улице. Не получится. Красота. Штук 10. Пожалуйста, бесплатно купайся.
Хоть всю ночь там полоскайся в душе. Поедем. Как будет, так будет. Что-нибудь да будет. Что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь будем искать, где нам припарковаться. Ехать еще 115 километров. Дает мне 2 часа 17 минут на все. Но это уже это с 15 часом. То есть в общее время. До конца общего времени 15 часов осталось 2 часа 17 минут. Даже так вот люди становятся. Осталось запарковаться.
на дырочку в елочке не рассчитываю. Хотя бы где-нибудь сбоку, с припеку. Ни разу здесь не был, поэтому ничего про нее стоять сказать не могу. Если это что-то такое похоже на фернете, а это скорее всего что-то похоже на фернете, я думаю, это же, наверное, тоже даже и платно, потому что фернете-то платно, то как-нибудь, где-нибудь, но мы пристроимся. Телепасу тоже можно оплачивать. А так на выезде то же самое. Так, паркинг. Где тут таможня? Где тут что? Полицаи катаются. Контролируют, что тут-то как. Куда ехать? Где искать парковку? Сложно сказать. Ну, у нас 45 минут на это еще есть. Гиртека вот там катается. Ну, поехали вот так. Паркинг, касса. Чего касса? В общем, ладно. Буду я искать, где мне приткнуться. 200 метров, поверните налево.